Добрый день! Сегодня мы продолжаем покрывать маслом вторым слоем столешницу этого чудо-стола. Вчера мы нанесли масло 3188. То есть, по сути дела, мы выбелили столешницу. А сегодня мы будем покрывать маслом с твердым воском, шелковисто-матовым, 30-32. Будем наводить красоту и запечатывать слой. Баночку мы уже открыли. На тщательное перемешивание уходит много времени, поэтому сегодня мы, по сути дела, все подготовили. И уже сразу же приступаем к нанесению. Причем это можно делать прям густенько. То есть это прозрачное масло. Оно просто запечатает то, что мы вчера сделали. И проявит, да? И проявит. Ну, проявили мы, по сути дела, вчера, а сегодня... Более глубокий получается, да? Ну, более глубокий, плюс добавит легкой шелковистости, как на ощупь, так и легкий блеск, скажем так. То есть вчера оно получилось чисто мокрым, а сегодня оно будет с легким блеском. Это к слову о том, что плохую столешницу, взятую не весь где, можно, в общем-то, превратить хорошим маслом, хорошую, даже если материал не очень. Хотя брали столешницу сорта АБ. Ну, качеством недоволен, да? Ну, качество могло бы быть получше. Так, а между первым и вторым нужно выдержать сколько? Между первым и вторым слоем 8 часов по стандарту 8. Ну, мы, соответственно, на ночь покрыли вечером. И сегодня продолжаем. Продолжаем покрывать. Сейчас мы покроем равномерно. Видите, блеск добавляется уже даже сейчас.